начали готовить совместно с руководством университета важные события, которые будут происходить в стенах Казанского федерального университета в начале октября этого года. Здесь будет проходить заседание Международного совета по повышению конкурентоспособности российских университетов, который также называется программа 5-100, в которой участвует Казанский университет. Сюда приедут довольно известные представители мирового высшего образования, ректора и бывшие ректора крупнейших мировых университетов, и проведут здесь несколько заседаний, в результате которых отдельные новые проекты университетов, прежде всего исследовательские проекты, получат государственную поддержку. Мы очень хотим, чтобы международные члены Совета, которые редко бывают в России, познакомились с российской системой высшего образования и побывали в самых разных городах. Они уже были в Санкт-Петербурге, в Томске, во Владивостоке. Мы считаем, что Казань – это, безусловно, достойный университет и достойный город, который, я абсолютно уверен, покажет, насколько интересная и мощная система высшего образования существует в России.